Привет спортивным фанатам! 15-й тур чемпионата России по мини-футболу проходит в универсальном спорткомплексе Подмосковья. На поле встретились девятикратный обладатель Кубка России, мини-футбольный клуб «Динамо» и команда «Норильский никель». Оживленно проходят выходные в спортивном комплексе Подмосковья. Поклонники одного из лучших мини-футбольных клубов России с увлечением следят за происходящим на поле. Вот уже более 3 лет клуб «Динамо» базируется в Щелково. И многие местные жители ценят возможность в выходные свободно наблюдать за игрой любимой команды. Почему любим «Динамо»? Потому что представители Московской области играют в городе Щелково, в нашем манеже. Поэтому болеем за «Динамо». Любимые футболисты за сборную России играют. Всегда часто за ними следим и очень сильно за них болеем. Это очень приятно, да, что как бы выходные не просто впустую тратятся, как бы приходим, да, болеем за них. «Динамо» играет прекрасно, хорошая сбалансированная игра, хорошие результаты. Я думаю, что завтра будет результат еще лучше. Чемпионат России по мини-футболу стартовал в конце августа среди 12 команд Суперлиги. К матчу с «Норильским никелем» динамовцы подошли на лидирующей позиции. Команда из Норильска, напротив, на 9-м месте турнирной таблицы. И все же нельзя сказать, что игра стала для бело-голубых легкой прогулкой. Счет был открыт на 14-й минуте первого тайма. Гол забил Анатолий Бадтридинов. Игрок недавно восстановился после серьезной травмы. Тем не менее, как и в предыдущем туре, старался показать отличный результат. Восстановился достаточно быстро, хорошо, влился в тренировочный процесс. Ну и пытаюсь с каждой игрой прибавлять. Система чемпионата, когда первое место разыгрывается в конце чемпионата, в плей-офф, надо нашей команде набрать хорошие кондиции и подойти в хорошей кондиции к плей-оффу и добиться тех результатов, которые поставлены перед нами. В результате первый тайм, несмотря на достаточно напористую игру норильской команды, закончился со счетом 3-1. Во второй части матча динамовцы подкрепили успех еще 2 голами. Первым за чемпионат дублем отличился игрок Денис Бурков. Главный тренер бело-голубых отметил грамотную игру команды. Очень рад, что футболисты, которые не всегда игра получалась, сегодня сыграли на очень высоком уровне. Это очень здорово, потому что, конечно, хотелось бы как тренер оперировать большим количеством футболистов. И сегодня результат сделали те игроки, которые, может быть, в предыдущих играх не часто влияли на результат. Команда в каждой игре играет на победу, поэтому этот матч, как и все остальные, которые будут и были, они очень важны. На турнирную ситуацию не повлиял, но сегодня нам очень важно постараться играть более стабильно, постараться играть в обороне, как сегодня, пропуская немного голов. Так, после выходных матчей с «Никелем» динамовцы по-прежнему лидируют в чемпионате Суперлиги, радуя щелковских фанатов. Игры следующего тура «Динамо» проведет в Новосибирске. По словам некоторых болельщиков, немалое расстояние их не остановит. Приедут и поддержат любимую команду в любом случае. Собираюсь прилететь в Новосибирск на четвертьфинал игры «Сибиряк» «Динамо». Ребята молодцы, все каждую игру борются, каждую игру радуют. Самое главное. Самое главное, не забывают о болельщиках. Спасибо им за это огромное. Александра Гранич, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».